Здравствуйте! Представляю вашему вниманию видеообзор двигателя автомобиля Volvo XC60 2009 года выпуска. Объем двигателя 2.4 турбодизель D52 44 T5. Пробег автомобиля 144 257. Крышка и маслозаливная горловина чистые. Нагара и эмульсии нет. Замер компрессии. Первый цилиндр. Килограмм. Второй цилиндр. 25 килограмм. Третий цилиндр. 25 килограмм. Четвертый цилиндр. 25 килограмм. Пятый цилиндр. 25 килограмм. Низ мотора чистый и сухой. Видимых дефектов на двигателе нет.